Всем привет! Вы на канале Julia Play, и сегодня в этом видео я хотела бы рассказать вам о детских покупках на осень. Дочь в сентябре пойдет в садик, поэтому я сейчас активно готовлюсь, обновляя ей гардероб, чтобы было все свеженькое и новенькое. И из того, из чего она выросла, конечно же, нужно новое покупать. Поэтому распродажа как никогда в этом не помогает. А далее мы подробнее разберем, что же я приобрела на распродаже. Основной магазин, в котором я покупала на каких-то распродажах и вообще люблю покупать на распродажах, это «Дочки-сыночки», ну а также будут и другие магазины, которые есть именно в нашем городе. В «Дочках-сыночках» я приобрела вот такой вот. Свитшот идет без начеса, то есть он не сильно теплый, но как раз на осень-весну, вот такой период, отлично. Ну и я думаю, где-то поддевать под комбинезон теплый очень даже пригодится. Поэтому вот такой вот комплект я купила всего лишь за 389 рублей. То есть спортивный костюм на ребенка 389 рублей, хорошего качества в «Дочках-сыночках». Так, костюмы для девочек. Состав 100% хлопок. Я, конечно же, приобрела такой спортивный костюм, он всегда пригодится. Далее в «Дочках-сыночках» я приобрела вот такие лосины. Вот такие лосины, обычные стандартные лосины на резинке, эластичные, темно-синего цвета. Вот, у меня он тут 110 размер, но он нам нормально идет. Вот. Мне нравится, что они без принта, такие классические, просто стандартные лосины. И к ним же, к этим лосинам, я там же подобрала вот такую футболочку, 149 рублей. Лосины тоже 149 рублей стоили. В общем, по 140 рублей, знаете, купить такой комплектик, я думаю, в садике в лосинах и футболочке вот так будет идеально ходить. Вот, то есть сразу комплект такой у меня нарисовался. Совершенно случайно. Продавались они по отдельности, я просто скомпоновала их. Ну, они отлично подходят, я считаю. Вот. В «Дочках-сыночках» я приобрела вот такие шортики, они тоже идут по распродажам, они такие чуть-чуть поплотнее, то есть есть совсем тоненькие такие, эти немножко поплотнее, но я думаю, мы идем как раз в сентябрь, ну, в общем, в зиму, и на физкультуру там нужно шортики и белая футболочка, поэтому я думаю, что будет такие вот немножко форму, которая держит, будет идеально. Не очень прохладные и не очень теплые такие. И не висят как трусы. Вот просто я те тоненькие посмотрела, но они реально как трусы. Вот мне кажется, после первой стирки они просто будут похожи, я знаю, ну, реально на трусы, на какие-нибудь мужские. Вот, поэтому поплотнее приобрела за 190 рублей. Вот такие шортики классические на физкультуру в садик. Вот. Отличная, по-моему, покупочка. Далее, также за 190 рублей я приобрела вот такую кофточку, тунику, тире-платьишко, да, то есть его можно носить по-разному. Вот, ну я думаю, что нам будет как туничка. Я, конечно, размер сделала специально побольше, 116, то есть немножко вот здесь может быть нам широковато, конечно, ну хотя нет. Чтобы носить их с лосинами. То есть тоже такая вот кофточка, разлетаечка, такая хорошенькая. Вот. И к ним же в «Дочках-сыночках» вот такие лосины были за 149 рублей. Вот. То есть у меня получился тоже такой вот небольшой комплектик. Вот такой вот.
вот образовался, и тоже все по 140, по 190 рублей, ну, по-моему, такого качества хорошего, почему бы и не взять, да, на сменку детям, это вообще, по-моему, отлично, отлично, когда есть такие распродажи, я прям обожаю. Мы приобретали в магазине Rich Family. Я не знаю, есть ли в ваших городах такой магазин. У нас он очень большой, достаточно детский магазин. Вот, и там есть тоже отдел с одеждой. Вот, там я приобрела вот такие лосины. Ну, лосин много не бывает в садике, поэтому они актуальны. Я думаю, что там самая идеальная одежда будет. Вот такие лосины, немножко морская тема. И к этим лосинам я также подобрала вот такой вот. Вот такую вот футболочку. Она стоила 120 рублей или 150 рублей. В общем, где-то 150 рублей стоила футболочка вот такая красивенькая. И вот такие лосины. Цвет подходящий, как бы тут капает, тут море. Вот. Веселенький такой. И не марки цвет. Такой вот комплект у нас решили. Также в Rich Family я приобрела вот такие кроссовочки. Я извиняюсь, что они немного грязные, потому что сейчас мы ходили на улицу, и Веронике приспичило их одеть, она их увидела, и все, ее не уговоришь. Хотя они немножко на вырост, но за 490 рублей такую обувь. В общем, обувь отличная, на липучках как раз то, что надо. Кроссовочки у нас как раз нужны были, вот такие вот. И мне понравилось, что они минимальные. Минимально раскрашенные, серебристые и небольшой цветочек. И как бы, ну, розовый цвет, он, в принципе, будет сочетаться со всем. Вот нейтральный такой расцветки мне очень понравилось, потому что обычно детям делают какие-то кроссовки вырви глаз. Далее крупная такая покупочка у меня была в магазине «Детский мир». Однотонная, никаких там вырви глаз цветально, мне очень понравилось. Капюшончик, она и прям самое оно. Стоила эта куртка на распродаже 399 рублей. Ну, это же идеально. Ну, как можно было и не взять, да? Стоила она 1799 рублей. 399 по распродаже. Была последнего размера. Именно нас, наверное, ждала. Нам подошла, Веронике подошла. На осень нам точно пригодится. Я очень довольна этой покупкой. Хорошая покупка за такую цену. Мир. Вот такая вот курточка. Она такая средней толщины, то есть на такую прохладную осень. Мне понравилась, она однотонная. Тут немножко горлышко прикрывает, потому что сейчас некоторые куртки идут прям вот такое горло, то есть туда какой-то шарф, водолазку, не знаю, что-то нужно. Тут немножко идет под горлышко прикрывает. Опять же, расцветка минимальная. Еще в этом магазине «Детский мир» я приобрела вот такие джинсики. Мы их подвернули, потому что они немножко нам на вырост, а вообще они идут. Вот такие махрявые тут края, такие просто стандартные классические джинсики с кармашками. Кармашки вот здесь очень интересные, такие двойные маленькие. Вот, тут утяжка есть на талии, то есть я специально взяла на вырост немножко, также на распродаже фирма Футурина, и обошлись они нам 499 рублей всего лишь, такого качества джинсы, 499 рублей. Стоили они, конечно, 1000 рублей такие джинсы. Вот, то есть хорошие классические джинсы. Саду, конечно,
конечно же, включает в себя там различные носочки, маечки, вот стандартную футболку. Так, футболочка вот беленькая на физкультуру. Эти уже покупки были совершены в местных небольших магазинах, которые... Я даже не знаю названий, поэтому стандартные нижнее белье, маечки на тонких лямочках, вот беленькая стандартная, просто без рисунка. И еще вот такая маечка тоже, вот с таким вот орнаментом нежним. Вот, так что носки, нижнее белье, все в садик. Сейчас на сменку пригодится. Поэтому активно еще готовлюсь. Начнется у нас новый этап в жизни. Вот. Не знаю, как мы это... Ну, я надеюсь, что Вероника, конечно, хорошо пойдет в садик. Но об этом вы, конечно же, узнаете во влогах. Если вам интересно, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И до новых встреч, новых видео. Пока-пока!